дети могут позвонить по телефону или прийти в центр занятости и ознакомиться, узнать вообще, какие есть виды работ, что предлагается, выбрать по своему вкусу и то, чего им больше хочется, место работы. При себе необходимо иметь паспорт. Для детей от 14 до 15 лет необходимо письменное согласие родителей и согласие органов опеки и попечительства.